Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 7520». В данной модели, в отличие от большинства других, динамик расположен слуховым отверстием внутрь. Замена происходит следующим образом. Динамик необходимо аккуратно поддеть плоским инструментом и вытащить. Динамик зафиксирован в корпусе с помощью магнита, так что сделать это очень просто. Чаще всего динамики выходят из строя, потому что перегорают, либо засоряются. Посмотрим более подробно, как устроен слуховой динамик. В самом динамике два отверстия. По краю контактной группы проложена резиновая окантовка, и звук выходит обратно через эту окантовку. Установку динамика удобнее осуществлять пинцетом.